Пожелаю вам здоровья, счастья и большой удачи в спорте. Предоставляю это слово замначальника отдела спорта Роберта Макеевича Иванова Олега Владиславовича. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Хочу вас поприветствовать сегодня в нашем зале. Хочу пожелать всем успехов, пожелать удачи, чтобы вы сегодня себя реализовали на 100%. И самое главное, чтобы не было травм, и все было у вас замечательно. Ну, хочу к слову еще добавить следующее. У нас есть очень замечательный тренер, замечательный человек, у которого прошел день рождения. Вот. И хочется поздравить Балвинова Владимира Алексеевича от отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Макеевки за многолетний весомый вклад в развитие, популяризацию борьбы дзюдо в городе Макеевке и воспитание спортсменов и молодежи. Thank you.